Россия. Силовая Рига Георгий Кавказа, Россия. И другой город, Казань, Раша, Георгий Кавказа. Средняя призовая категория до 75 килограмм. Ну что ж, снова у нас с вами интересный поединок. Видите, как предыдущий бой думали, оценивали с одной точки зрения. И так думал и голландский судья, который дал победу российскому боксеру. Ну, так получилось, как получилось. И снова мы с вами смотрим интересный бой. Давайте вот сейчас уже по возможности не отвлекаться, потому что у нас здесь в ринге как раз Глеб Бакшиев. И соперник-то у него тоже очень непростой. Это Григорий Кавторадзе, Санкт-Петербург. Мы уже здесь на турнире видели, как боксируют оба средневеса. Посмотрели, за счет чего прошел дальше Глеб, за счет чего прошел дальше Григорий. Кстати, здесь все время, сам Григорий мне сказал, все время вот объявляют протоколом Георгий, но это неправильно, это ошибка. А на самом деле Григорий. Поэтому давайте придерживаться все-таки как правильно, а не как в протоколе. Хороший бой, такой исполненный внутреннего напряжения. Оба бойца прекрасно понимают, что здесь уже находится билет. Пропуск. Финал. И какой-то ошибки. Ошибка может быть роковая, да? Какой-то ошибки допускать уже нельзя. И вот случайно в предыдущем бою Олег Петрович Кузьмин, который сейчас секундирует в углу и тренирует Григория, он ему указал сразу же на эти ошибки. Например, такая распространенная, как нельзя оставаться в атаке. Нельзя оставаться на этой дистанции. После атаки пробил, ушел. И, видимо, эти работы над ошибками была проделана, эти ошибки вот сейчас устраняет Григорий. Он уже уходит, после атаки уходит с этой ближней дистанции. Ну, понятно, что Олег Петрович заслуженный тренер России, мудрый опытный наставник, он сразу все видит, он сразу все разбирает по косточкам. Ну, а я уже также говорил в прошлом бою. Где боксировал Глеб Бакши, что с ним сейчас работает как раз Антон Кадушин. Вот сейчас мы с вами это понаблюдаем, который, кстати, работал долго в профессиональном боксе. Вот давайте сейчас как раз это с вами посмотрим. Вот смотрим. Да, это Глеб Бакши, чемпион мира. Чемпион мира 2019 года в Екатеринбурге, ему 25 лет. Очень сильный, очень опасный соперник, опасный боксер для любого оппонента. И как раз, видите, сейчас его секундирует Антон Кадушин. Много нам довелось вместе работать с этим специалистом, еще когда он работал, тренировал в профессиональном боксе. Ну что ж, давайте с вами смотреть второй раунд.
точнее, Глеб Бакши, конечно. На ближнюю дистанцию, на такой короткий удар, конечно, нельзя подпускать такого сильного боксера. И понятно, что и сам Григорий, и его тренерский штаб это прекрасно понимают. Да, согласитесь, каких-то нет ярких исполнений. Но это опять же определяется тем, что внутреннее напряжение. Впереди полуфинал, и никто не хочет сейчас из-за какой-то нелепой ошибки проигрывать. Продолжается у нас с вами этот поединок. 75 килограммов. Ну, а то, что оба боксера прекрасно готовы, я в этом не сомневаюсь, потому что, несмотря на действительно большой перерыв, вот нам приходил вчера в эфир Джамал Бадрудинов, который одержал победу. И, конечно, многие говорят о том, что этот большой перерыв на известные события, на карантин, он сказался. И многие специалисты даже предрекали, что кто-то, к сожалению, даже не выйдет, наверное, уже из этого карантина на прежние кондиции. Но это хорошо, что не касается нашей истории, потому что здесь хорошие наставники, хорошие условия, хорошие сборы были у многих ребят. И, конечно, здесь полная такая картина, что все хорошо. Но, тем не менее, после такого перерыва вот, втягиваться в турнирную историю, в турниры, конечно же, непросто. Многие, понятно, что многие боксеры давно решили свои задачи, но вот немножечко не набрали такую нужную кондицию, вызванную прежде всего долгие каникулы. Давайте посмотрим за синим углом. Ну вот вы сами все видите, Олег Петрович Кузьмин предельно спокоен, делает замечания прежде всего не ради замечаний, а ради того, чтобы подправить рисунок боя, показывает, да, действительно, вот этот характерный жест, подключать правую, потому что с левым джебом, с левым таким вот выстрелом все в порядке у Георгия, а вот правую, да, он так спокойно говорит, и туда грузи правой. Посмотрим, как это получится в данном случае у Григория. Потому что, ну, конечно, легко сказать, да, когда против тебя чемпион мира, да еще такой, как Глеб Бакши. Такая стойка у Глеба, позволяющая ему выбрасывать руки справа-слева. Вот то, что сейчас он и делает.
работая больше от корпуса, наверное, нежели от из-за джема. Опасные такие, да, вылетают. Резанные удары. Ну, интересно, вообще интересно за Глебом Бакши наблюдать. На чемпионате мира и на любом турнире. Он такой, знаете, очень уверенный в себе человек. Такой, знаете, хорошая такая, по-хорошему, спокойствие, которое, естественно, строится на хорошей подготовке. Такие, знаете, такие профессиональные боксеры бывают. Ну что ж, третий раунд у нас с вами. Вы сами видите, что происходит. Сейчас будет пауза. Вылетела капа. Но, тем не менее, конечно, надо что-то такое Григорию. Даже сложно сказать, что сейчас предпринять, чтобы попытаться победить Глеба. Потому что вот это пока уверенность Глеба, вот видите, да, уверенность Глеба, она перерастает в такие вот точные удары. Нет суеты, нет какого-то, знаете, лишнего такого движения. И знаете, если удаются атаки, они такие затяжные, многоударные. Вот как сейчас. Но в любом случае я хочу сказать, что Григорий тоже молодец. Он вообще достоин хвалы, потому что 24 года. То есть куда расти, есть где прибавлять. Давайте дождемся судейского решения. В данном случае, может быть, ничего не будем говорить. Потому что и бой такой хороший, плотный бой. Настоящий мужской бокс. Ну, конечно, понятно, что лучше. Получше в каких-то. Не даже не в эпизодах, а Глеб Бакши, конечно, лучше. Да, да, вот здесь, я думаю, какого-то сюрприза нет. И даже, смотрите, показательно, сам Григорий аплодирует сопернику. Он сегодня лучше, он сегодня выиграл. Да, вот смотрите, это же подтверждают карточки судейские. Единогласно, единогласно, и все раунды.